Сегодня мы поговорим о том, как это работает. Итак, для того, чтобы начать бизнес, вам нужно делать, уметь всего три вещи. Первое – регистрироваться, с этого начинается бизнес, с контракта. Второе – делать покупку в интернет-магазине. И третье – показать другим, как это делается. Ну а если смотреть на схематично, все очень просто. Вы входите в бизнес, как бизнес-партнер, с двух коробок сока. Да? Это стоит 260 евро. И дальше все очень просто. Первую коробку вы пьете сами. Для чего? Для того, чтобы получить собственный результат. Потому что как можно рассказывать о продукте, которым ты не пользуешься? Как можно получить результат, то, чего никогда не использовал? Поэтому первую коробку мы используем сами. И более того, сразу вам иногда даже рассказывать не надо будет. Ваши друзья и знакомые будут спрашивать, почему ты так хорошо выглядишь? Почему у тебя такой здоровый цвет лица? Почему у тебя столько энергии? Почему ты меньше, чем мы спишь? И так далее. Почему у тебя, например, не берут болезни? Вторую коробку, и вот здесь самое интересное, вторую коробку из этого пака вы выделяете на то, чтобы познакомить с продуктом своих знакомых. Этот волшебный сок будет делать дальше за вас все остальное. Все, что вам нужно дать попробовать. Одну порцию, 30 грамм. Конечно же, с 30 грамм не восстановится здоровье. Конечно же, с 30 грамм люди не получат результата. Но 30 грамм позволит им попробовать удивительный вкус. Сок очень вкусный. Им захочется еще и еще. И когда они узнают о его полезных свойствах, о том, что эти 30 грамм заменяют ведро фруктов, конечно же, у них появится желание попробовать уже не одну порцию. Так вот, 4 бутылки вы выделяете на то, чтобы попробовать. Технология называется УБД. Угостил, дал буклет, дал диск. В буклете информация о продукте, на диске информация о презентации, о которой мы сегодня с вами говорим. Презентации бизнеса. УБД. Угостил, дал буклет, дал диск. Так вот, в коробке 4 бутылки. В каждой бутылке 750 мл или 25 порций. 25 порций умножаем на 4, получается 100 человек мы угостим с одной коробки. 100 человек, на это уходит 2-3 минуты времени. Из 100 человек, вот статистика такая, даже у новичка, как минимум, из 10 человек один делает покупку. Это значит, что из 100, 10 купят продукт, как минимум попробуют. Что это нам даст? Это нам принесет доход от 300 до 600 евро. 300, если они купили по одной коробке, и 600, если они купили по две коробки. Но вот здесь дальше начинается самое интересное. Деньги, которые мы инвестировали в бизнес, уже нам вернулись с прибылью. Более того, мы уже бесплатно пьем сок сами. Но интересное самое дальше начинается. Вот этим 10 человекам вы показываете вот эту простую технологию, чтобы они угостили своих знакомых, чтобы они познакомились с продуктом, рассказали о результатах. Люди делают то же самое, и на втором шаге у вас уже 100 человек. 100 человек принесет вам доход 1500 евро. Это уже зарплата выше среднего, это уже хорошие деньги. Это деньги, которые позволяют вам чувствовать себя хорошо и, соответственно, уже подумать о том, чтобы сказать работе «до свидания». Это ваш первый шаг к финансовой свободе. На третьем шаге уже еще интереснее. На третьем шаге, когда эти 100 человек сделают то же самое, будет 1000 человек. 1000 человек, купившие даже по одной коробке, это доход от 10 тысяч евро. Это уже деньги очень хорошие. Это деньги, на которые можно очень хорошо жить. 10 тысяч евро, всего лишь 1000 постоянных потребителей. Но дальше еще интересно. Дальше для самых амбициозных, для самых серьезных, для тех, кто хочет стать миллионером. Четвертый шаг – это 10 тысяч человек. Даже если они покупают всего лишь по одной коробке продукта, это товарооборот более миллиона евро. И в компании для таких людей есть серьезный подарок. При достижении товарооборота миллион евро – и определенной конфигурации бизнеса, вы получаете разовую премию в миллион евро. И ваш доход составит свыше 100 тысяч евро ежемесячно. Это уже очень хорошие деньги. Это уровень финансовой свободы. Это позволит вам реализовать очень многие ваши мечты. Именно этого я вам желаю. Именно к этому
рекомендую стремиться. Скорость достижения шагов будет зависеть от одной простой вещи. С какой скоростью будете двигаться вы? Как быстро вы научите своих друзей освоить вот эту простую технологию? Угостил, дал буклет, дал диск. И на следующий день спросил, как тебе это понравилось? Используйте, действуйте.